Листва зимой пшеницы. Сегодня 3 сентября. Здесь был горох. Это уже падалица гороха. Предварительно здесь работали. Это не прямой. То есть это прямой посев, но почва, она подработана. То есть этой сеялке, конечно же, не нужна предпосевная культивация. Естественно, семена заделываются. Ну, влага есть недалеко, но преимущественно семена заделываются в сухую почву. Здесь отработали глифосат гербицидом сплошного действия. Горох увядает, горох как бы достаточно стойкий в этом плане. Турка, конечно, он не теряет, но уже сохнет где-то дней 10 назад. Многие сорняки потеряли, то есть засохли, и вьюнок, и осоты подвяли. Горох. Любые всходы в плане фазы развития, потому что от осени уже мало что зависит. Главное, чтобы были всходы озимой пшеницы. Дальше уже следующий этап — это весенний этап. Все будет зависеть от весны. Будет весна ранее — все будет хорошо, будет позже — непонятно, потому что как будут распределены осадки, допустим, в мае, в июне. Допустим, если сравнивать этот год, то поздняя весна этого года, она была бы такая же, как и ранняя, потому что в мае были дожди до середины, не середины, до 8 числа июня было прохладно достаточно. То есть в целом было время, чтобы слабым посевом стать более сильным. То есть было время, чтобы ослабленным посевом стать более, может быть, подтянуть свое развитие. Стать более сильным посевом. Поэтому все будет зависеть уже, конечно, от того, как будет весной следующего года. Ну, на данный момент нам нужно получить хотя бы всходы. Поэтому все неоднозначно. 5 ноября, а зимы стали повеселее, то есть меняются, можно сказать, на глазах. Тут совсем мало остается дней, может быть, 10 дней тепла. Недавно прошли дожди, ну, может быть, первый пошел дождь дней 5 назад. И озимые так вот преобразились. А до этого, конечно, здесь есть участки, где глубина заделки семян была больше. Поэтому вот, допустим, вот этот промежуток еще пока только выходит. Вот как раз появляются шильца. Вот они, эти семена. Тут было,
была глубина, может быть, сантиметром больше, чем 4 сантиметра, сантиметров 5-6, из-за рельефности. Но я думаю, что озимые, они выровняются благодаря вот этому последнему дождику. Какая фаза? Основная фаза — это где-то максимум 3 листа, а в среднем это, скорее всего, один листочек в среднем. Потому что основная фаза — это вот такая она. То есть один, и где-то, может быть, появляется второй. Главное, что взошли. В наших условиях обычно озимые перезимовывают, ну, практически в любой фазе. Я говорю о вещах, которые бывают, как правило. Очень редко, когда озимые не перезимовывают, и все будет упираться уже в саму весну, какая она будет. То есть будет весна ранняя, прохладная, влажная, с плавным нарастанием температуры, плюс азотное питание. Все будет в целом хорошо, все будет на уровне как бы хороших озимых, я имею в виду осенних, которые уходят с хорошим развитием в зиму сильных. Будет позднее, будут проблемы. То есть будет недобор урожая из-за того, что корневая система у озимых, конечно же, слабенькая. Это сорт цифей. Так, здесь местами сеялка не смогла прорезать пожневные остатки гороха, но что-то я семян не вижу. Наверное, они были на поверхности в итоге. Остались на поверхности. Ну вот пробивается. Пробивается или просто смочено на поверхности путь. Они практически вот они наверху. То есть контакт, есть стабильное увлажнение последние, может быть, 5 дней. Поэтому так, вот здесь тоже вот влага дошла, семена начали прорастать. Здесь просто, видать, почва помягче была из-за рельефа. И здесь глубина чуть больше. Ну, чуть больше,